скручивают ему руки болото и силой забирают его прямо из суда. Ничего не представились. Конкретно вот его уводят. Он болот в вот этом автомобиле. Видите, люди в масках сидят внутри. А вы куда его взять? О том, как дети Ташиевых начали побеждать в тендерах. И даже 19-летний сын Шаирбека Ташиева умудрился зарегистрироваться на сайте госзакупок с целью выигрывать государственные тендеры.